Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня очередное бомбилово, не знаю. Будем проверять с вами не эту локацию, а старую локацию. Здесь я прохожу все и так на изи, как и все, в принципе, думаю. Будем бомбить запределье, проверять его. Это новая локация, ну недавно, скажем так, она вышла, которую IGG уже успели успешно похоронить. И отбить желание у многих фармить, но я, как обычно, не сдаюсь, мне же все-таки интересно, какого хрена я своими топ-героями не могу пройти, блядь, какую-то обычную локацию, которую они сделали, как они сказали, улучшили, но по сути, со всего списка, который у нас был по улучшениям, все, что у нас изменилось, это добавили имба-талант, который просто сделал одного героя неубиваемым в определенной сборке. И все, и на это ноль. Атаку фортов вчера просрали, ни хрена даже не сказали, ни хрена не написали. Ну, все как обычно. В общем, чему удивляться? На атаке фортов изменений нет. Мы вчера вечером побегали, в итоге просто посмотрели, что изменений по локации никаких нету вообще. То есть им реально пофиг. Ну, в общем, ждем, посмотрим. Посмотрим, что нас ждет дальше. Делайте себе кофеек. Потому что, я думаю, видосик будет... Хотя, может быть, с обновлением видос будет не особо долгим. Так как они ввели это обновление, ни хрена возможности пройти даже с первого этажа нет. И они говорят, что они оптимизировали. Оптимизация просто супер. Что будет на 6 миллионов силы? Вот, мне вот интересно. У меня почти 2 ляма. Я ни хрена не могу толком нормально пройти первый этаж даже. Без доната тоже им стало тоже хуже. Некоторые пишут, вот, все нормально. Может, у кого-то повезло супер, но, наверное, у 99% эта локация стала просто непроходима. То есть, они сделали из Мэри имбу и решили просто не дать ее никому. Донатам, по сути, она нафиг не нужна. Типа, нахрена вам фармить, вы можете купить. А без донаты, типа, хер вам. Вот так вот. Ну, в общем, сейчас идем. Сейчас мы эту волну быстренько зафармим. Ну, как видите, тыква жарит всех, все и вся. Нормальная тыква, и больше ни хрена не нужно. Не нужно и не надо. Понятно, она не успевает его добить. Ладный призрак. Чем-то смертушку напоминает, реально. Герой ни о чем. Так, забираю плюхи, чтоб не забыть. Поехали. Lost Land. Hell. Кого попробуем? Давайте возьмем тыкву на всякий случай. Ну а дальше, знаете, в принципе, по стандарту. О, давайте, знаете что? Ну хотя, а что Ронин там сделает? Там ни хрена не сделает. Ну был, ну вот по сути там такие Ронины где-то плюс-минус. Так, взяли. Эту фрейку берем, землеройку берем, зефира берем, оккультиста, ворожея. Мэри. Барда брать, не брать. Ладно, возьмем барда с собой. Блин, кого еще такого взять? Взять тыковку, что ли? А давайте возьмем на всякий случай. Она будет у нас на подстраховку вместо Мэри. Просто можно... других героев взять, сейчас я посмотрю, кто есть такое интересное еще сюда, но они особо решать не будут, тыковка хоть против этой поможет. Острозвон против тыквы, если Мэри сольют. Космо, давайте срать, берем тыкву.
А, мы уже ее взяли. Вот я на бас. Поехали. Поехали. И что мы видим? С первого же этажа у меня зефир. То есть с первой же пачки у меня просто самая настоящая, ребятушки, жопа от IGG. Какие я бы пачки ни ставил, я вот не могу понять. Ну, здесь на первом этаже у нас еще не особо сильное усиление. То есть здесь еще это терпимо пока что. У меня герои собраны как раз на атаку фортов. Поехали. Пофанимся. По полной. А может, мы и долго фаниться не будем. Кто его знает? Че, как вам, ребят? Первый этаж. Пойдет первая пачка. Вот первый этаж и первая пачка. Вот что я могу сказать, IGG? Вот вы создаете локацию и вы создаете игровой процесс, в котором, блядь, ну, мои максимальные прокачки, мои максимальные герои ни хрена не могут сделать. То есть я понимаю, что бы я ни делал, сколько бы я ни донатил, сколько я бы ни менял что-то, я просто не могу это пройти. То есть в любой игре, ну вот если так разобраться, в любой игре есть какое-то понятие проходимости, ну я не знаю. То есть там сложный уровень, суперсложный. Но это, блядь, только начало локации. Только начало локации, и я уже еле-еле-еле ее прохожу. И это вы говорите, что вы сделали оптимизацию по силе, вы хотите еще добавить силы, блядь. Я представляю, что на 6 миллионов здесь будет ждать. Один зефир, который будет хилиться, там, я не знаю, херову тучу. Но это просто жесть. Это 190-е вообще, ну, только начало локации адской. Что за бред, блядь? Почему я, допустим, с донатом, да, вот если разобраться так, если пойти со стороны доната, почему я с донатом должен вот на эту вот всю хрень смотреть? Обычные игроки проходят нормально это все из-за силы, а донаты вот, допустим, не могут. Так какой нахрен обычные? Обычные то же самое, у них еще хуже. Они вообще ни хрена сделать не могут. А я с донатом здесь и сижу, вот это вот смотрю, вот эту вот хрень, и вы пишете, что мы упростили, мы сделали подбор по силе. По какой силе? Еще помимо этого ввели такие таланты этих суперпитомцев, которые просто при определенном в дальнейшем прохождении 35-го левела, это просто нереально. Вот у меня тоже 35-е левела, и они просто делают героя настолько неубиваемым, что сколько бы ты ни донатил, сколько бы ты ни влаживал, ты ни хрена его не убьешь, потому что это нереально. Для чего это вот вопрос? Для того, чтобы люди просто забили на эту локацию? Вот я вот не понимаю, сделайте, блин, что-то нереально нормальное для людей, там, для донатов, для бездонатов, чтобы игроки могли, да, сделайте это, блядь, ну, я не знаю, сделайте здесь по одному осколку, чтобы люди могли фармить, но они будут фармить даже по одному осколку и не будут благодарны, нежели они ни хрена не смогут зафармить, и просто очередная пустая локация, которая, ну, нафиг никому не нужна. Вот реально, вот весь вывод с этого, вот, только так вот. Они делают локации на отъебись. Просто мы вам сделаем локацию, но похрен, что вы ее не пройдете. Либо мы вам сделаем локацию, но она все равно ни о чем. Мы вам выпустим новую локацию, обновление, все, блядь, в ожидании. Вот сейчас будет что-то круто. В итоге, блядь, полная параша. Вот классная локация, классные идеи, классные мысли, но, блядь, реализации ноль, тестов ноль. Выпускает всякую вот сырую срань, вот опять Ронин. Я сейчас буду орать, если он опять с отхилом. Ну супер, блядь. Вот, ребята, вот вам показатель. Первый этаж. Что я могу, блядь, сделать Ронину? 6 героев, блядь, оптимизация. Вот что я могу сделать? Я его еле-еле там пробиваю, блядь. У него, посмотрите, какой отхил, блядь.
Это, блядь, только начало. Лям. Лям 800 отхил. Мои герои столько не пробивают его. Вот что мне здесь делать, блядь? Вот, ну, просто вот логично, вот как можно пройти эту локацию, если определенная сборка героя, она просто, ну, не дает пройти. У меня 6 героев, там, 14 скиллы, 10 прокачки, созвездие, все, блядь, топово. И что мне делать? Здесь есть Фрея, здесь есть Огник, здесь есть Зефир, блядь, и они не могут убить какого-то одного конченого Ронина. Вот как это назвать? Я вот, честно говоря, вот смотрю на это все и понимаю, такая параша стала. Я никогда там не возмущался, так как, ну, последнее время это просто уже бомбилово. Что не локация, какая-то срань, блядь. У меня уже Зефир на точность собран. Полностью на точность, и ни хрена он не попадает. Просто, просто бомбит уже. То есть, помимо того, что ты не можешь... Тебя сливают здесь, ладно, хрен с ним, сливают, то можно что-то... То ты не можешь просто убить одного героя. У тебя 6 героев, и ты не можешь попасть по одному. Просто, блядь... Красавчики. Вот посмотрите, сколько я прошел. Раз, два, три. Это четвертый. Четвертый этот. И я не могу убить какого-то сраного Ронина. Один Ронин, блядь, имеет усиление круче, чем моя пачка 6 героев. Это нормально? Лям 800 отхила. Вот что я ему могу сделать? Вот даже если я повыставляю тут сейчас всех на точность... У него отхил лям 800, это надо, чтобы все герои попали вместе, он не отхилился, а он уходит в инвиз. И все, блядь. И вся локация просто вот красивая. На героях отражалки он не убивается. Просто, блядь, дичь. А, сейчас попробуем, кстати, сейчас попробуем с вами поставим Мэри одну соло. И с отражалками соберем. Пусть получает 100% обратку. Хотя, в принципе, толку, если он бьет здесь у нас сколько? 6 героев и все с отражалками, и он ни хрена не пробивает себя. Просто будет видно сразу, что IGG создает. Вот и все, вот и вся локация. Я не могу, наверное, как и 90% людей, которые попадают на такого Ронина, ты ему ни хрена не сделаешь. Помимо этого есть это Фрея, которую тоже не могут без доната, там и донаты многие убить. Зефир есть. Есть оккультист, который просто делает неубиваемую пачку. На это, блядь, вот это вот просто срань. Вот нахрена такое делать в локации? Ну все. Вот максимум потолок, что я ему сношу, это... Одно значение. Вот смотрите, сейчас мы собираем одного прекрасного героя. Ой, я даже сейчас, знаете, что сделаю? Хотя, в принципе, толку от этого никакого нет. Но мы ни хрена не сделаем. Вот эта саска стоит. Просто вам покажу. Миссает даже, бедный. Он не попадает. Мне надо взять кого-то другого без уклонения. Сейчас возьмем Фрею с вами. Ну там отхил такой вот. Я ни хрена сделать не могу.
Самое основное, посмотрите внимательно сюда. Как, блядь? Как можно с таким Ронином воевать? Просто, блядь, просто смешно. Если Фрейю можно еще там убить на тэкве, молчанку накинуть, это, а здесь, ну просто, ну нереально уже. Уберите эту хрень отсюда. Нахрена ставить Ронина, в которых никто не может пройти? Нахрена? Это уже не игровой процесс, это просто издевательство над нервами подписчиков, потому что человек играет и попадает на вот эту срань в одной либо второй пачке, он просто тупо не может пройти. Да, это... Возможно, интересно, но, блядь, это топ донатные как бы сборки героев, они ни хрена не могут сделать. Ладно, это без донат там бы был бы. Это одно. Он не может пройти, и вы можете ему просто ответить, написать, что все зависит от вашей силы, все зависит от того, все зависит от того. Прокачайте, и все будет good. Но это же, блядь, совсем другая вещь, блядь, ну... Это показывает то, блядь, насколько IGG просто насрать. То, что они делают. Они делают это просто локацию, но отъебись. Типа, мы вам сделаем, вы просто поиграете. И не задрачивайте нас, блядь. Куча локаций в игре. Вот реально, сейчас, чтобы фармить целый день игру, вот я хочу сделать полностью фарм игры. Сколько на это уйдет? Вот реально за день. Сколько у меня времени уйдет на то, чтобы зафармить ее? И ты понимаешь, что это нифига не мобильная игра уже. Да уже покруче, чем ПК-версии каких-то, блядь, линеек и прочего. Ты тут сутками можешь фармить. Смотрим на примере Фрей. Топовая Фрей сделала специально суперсилу. Я ее переролил. Мне интересно, сколько она пробьет. Вот одно значение она пробивает, а дальше посмотрите на отхил. А, он все-таки 189к хилит. Ну, может, не все так плохо. Может, Фрей сейчас его ушатает, он не успеет. Кто его знает, ребятушки, смотрим. Но это уже Фрейя, блядь, максимальной сборки. И она все равно его не пробивает. Я что-то думал, там лям 800. Тут 189к, и мы не можем его убить. О, нифига себе, ребята. Аллилуйя, мы сейчас, может, его убьем. Это Фрейя, 10-й пак, 10-я грубая сила. И плюс дрога, плюс отражалка. У IGG, ну это просто супер. Я вот всегда мечтал об этом. Ребятушки, мы это сделали, не все так плохо. Это охуенная локация. Просто ее надо фармить, ребят. Просто надо немножко задонатить, чтобы у вас появились хорошие герои. И все будет хорошо. Не переживайте, не бомбите, не нервничайте. Вы все пройдете, все у вас получится. Просто сделайте... Ну, такой символический донатик. Я говорю, это просто пиздец. Я уже на это все смотрю и просто охреневаю. В итоге, что у нас получилось? 6 героев не смогли убить. Смогла убить только Фрейя максимальной атакующей сборки. Я вот логики, ну, вот где, блядь, логика? Зефирна точность. Куча героев, которые наносят дамаг, и у них тоже точность есть. И Фрейя просто убивает его. Ну, это просто как-то, ну, я не знаю даже, как это назвать. Так, а что тут у нас? Кто тут у нас такой? А тут у нас бардик появился, ребятушки. Бардик появился. Который, блядь, тоже просто супер-мега. Посмотрите внимательно на вот это. Вот что после этого сказать? Посмотрите, сколько мои герои. 6, опять же, ребят. 6 героев наносят дамаг. Супер, да? Вот. Просто без комментариев. Тут, опять же, это Фрейя стоит. Что мне, блядь, делать с этим бардом? Блять, это просто, ну, какой-то трэш. По-другому это не назовешь. Опять ставим одну Фрейю. А ну, а что делать?
Блять, не могу просто, это просто трэш. Ну куда, блядь, куда? Вот куда, вот что здесь делать? Единственный вариант нас будет сейчас тыква спасать. Вот почему я взял ее потестировать. И они еще создают рекламу в игре, потому что люди перестали донатить. Они зазывают, чтобы мы призывали тех, кто не заходил в игру. Да вы, блядь, сделайте игру нормальной, чтобы было интересно играть. Столько всего было, блядь, все просрали. Я не знаю, как сейчас мы с тыквой, тыква, возможно, и сольется. Наверное, смотра поставить зеленый, чтобы был зеленый смотр. В принципе, у него отражалки не так уж и много, но вот просто, блядь, от бога героя. Блин, так не убрал. Жалко будет, если сейчас ее сольют. В принципе, не должны. Ну вот опять же, видите Фрея. Вот как против Фрея воевать? Все слили, так у нас. Просто я же говорю, это только в нашей, наверное, игре такое возможно. Вот вам еще один герой, неубиваемый. Хорошо, хоть можно еще выходить и просто перезаходить. То есть вы имеете возможность не потерять ваших героев. Но это просто создали, главное, что они создали сейчас новую локацию, ну, которая, по сути, повторяется изо дня в день. Ее надо фармить 12 дней, чтобы качать титул и собрать героя. А вот это вот сделать, ну, вот нельзя -то до ума довести, блин. Доведите локации, которые вы уже... Хотя они уже все усрали. Что тут уже доводить? Им уже талдычат, уже показывают, что вы, блядь, делаете. Сделайте это, сделайте то. В итоге, блядь, мы ни хрена не получаем. Посмотрите на мой Мэри, блядь, наполовину просела. Ну вот, единственный вариант вот проходить такое, это Мэри иметь. Я с Мэри запросто прохожу. Без доната же. О, супер. Оккультист. Джамбир. Вот на кого нападать, блядь? Одна пачка лучше второй, блядь. Ну, конечно, лучше нападать там, где нету Мэри, потому что там, где есть Мэри, это реально жопа. Она просто ушатывает. Вот Зефир с маскировкой, еще один герой. Ну вот хило, вот меньше. Но это первый этаж, блядь. Я полчаса прохожу первый этаж. Ну вы чё, бахнули что ли? Это локация одна, которую мне надо час фармить, блядь. Вот эти вот сборки, перезаходить, смотреть, ходить туда-сюда. Это просто жесть. Вот реально. Мобильная игра, которая, по сути, занимает полдня для фарма. О, вот такие вот пачки на первом этаже должны быть. Хотя бы и без донатов, блин. У некоторых ребят уже огники вылазят.
Блять, вы это видели? Вот скажите, что вот это вот нормально? Вот это вот хрень нормальная только что была? Чего они сделали с моими героями? Они просто ушатали. Посмотрите на вот этих вот героев. Они просто... Вот... Блять, что это было? Вот что это было? Объясните мне. Сколько секунд прошло, вы видели? Посмотрите внимательно сюда. Огник, Фрейя, Зефир, Оккультист, Ворожей и Мэри. Посмотрите, кто был против. Как они убили за вот такое вот время моих героев. Герои у меня с уклонениями топовыми. Совсем. Первый этаж, финальный босс. Как вам, ребят, такой расклад? Я вот смотрю это все, это просто какой-то трэш. Просто жесть. В общем, вот такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки, пишите, кто как проходит. Всем удачного прохождения, но это просто Unreal какой-то. Я уже даже не знаю, что уже к ним доносить. Всем удачи, всем пока.